здесь, на этом месте, полное царство Духа Святого. Здесь нет места дьяволу, здесь место Духу Святому. Духу Святому, 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 Духу Святому. Тема моей проповеди такая: отцы и священники. Есть две категории людей, которые могут повлиять на твою жизнь. И если на твою жизнь хорошо не повлияли отцы, то поверь мне, это не есть проблема, это не есть тупик. На твою жизнь хорошо могут повлиять священники. Любой ребенок, который рождается, это рождается уникальная божественная личность. И для любого ребенка у Бога есть уникальная и великая судьба. Скажи, великая судьба. Для тебя есть великая судьба. Если какой-то негативный код, негативная какая-то вещь действует над твоей жизнью, мы это обязательно сломаем во имя Иисуса Христа. И ты станешь процветающим человеком. Ты станешь счастливым человеком. Послушай, Бог не приготовил нас для мучений. Мучения для дьявола и для грешников. А праведные, они будут радоваться. Они будут веселиться в Боге. У них будет жизнь и жизнь с избытком. Аминь. Что бы ты ни делал, единственный, кто может раскодировать то, что закодировали родители, это человек, обладающий Божьей духовной властью. Духовной властью. Вот почему из конченных наркоманов мы делаем депутатов во имя Иисуса. Вот почему из людей, которые умирали от рака, мы делаем помазанных проповедников. Вот почему мы поднимаем сильных семейных людей, у которых множество детей. Бог дал нам власть изменить нашу жизнь и изменить ее в правильном настроении, в правильном понимании. Но я знаю, что в новом поколении из себя сделать великого человека во имя Иисуса. Мы раскусили принцип раскодирования. И мы раскодируем всякий негативный код, который дьявол через каких бы то ни было людей произнес на твою жизнь. Я говорю, твоя жизнь изменится. И если в твой разум были вложены негативные вещи, и они там записались, я тебе говорю, теперь в твой разум будут вложены сильные Божьи вещи, и они там запишутся. Бог говорит, что силой Духа Святого через наше служение вы будете получать записанное на скрижале сердце откровение Божье. Божье, 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 Божье. Ты не теряешь здесь время. Ты здесь делаешь шаг. Сделай шаг к своей победе и к своему успеху и к своему благословению. Дух Святой – это личность, которая дает себя ощущать. Аллилуйя! Аллилуйя! Дает себя ощущать! Ощущать! Дает ощущать! Послушай, Дух Святой – это не просто что-то абстрактное. Дух Святой – это конкретная личность. И помазание
это когда ты чувствуешь. Обязательно должен наполнять свой разум истиной Божьей. Истиной Божьей. Усилий Божьих не оскудевает. Пусть никогда не будет скудости в помазании. Пусть никогда не будет скудости в мозгах. Аминь. Нам нужны люди с полноценным божественным мышлением. Нам нужны люди, которые имеют мудрость, ходящую свыше. И эта мудрость, она изменит эту землю. Изменит эту землю. Все! Мы отказываемся от старого. Мы отказываемся от привычного. Мы отказываемся от всяких родительских кодировок. Мы сегодня открыты для нового мышления. Нет тупости! Нет глупости! Просвещение мозгов через елей Духа Святого. Все! Все!